Приветики. Сидел я, значит, крутил свой спиннер и подумал, а почему бы не снять его на видео? Такая прикольная штука. Считается антистресс-игрушкой. Не знаю, на самом ли деле она снимает стресс, потому что особо такого стресса у меня не было. Но неплохо подходит для того, чтобы чем-то занять руки, когда чего-то ждешь или нечего делать. К примеру, вот пока я жду, когда загрузится, пока загрузится игрушка, в которую я собираюсь играть, можно покрутить спиннер или, я не знаю, пока запускается сама игра, она разворачивается на весь экран, и пока грузится, особо делать нечего. Просто сидишь и ждешь, пока она загрузится. В этот момент можно взять и покрутить спиннер. Штука, конечно, бесполезная, но прикольная. Можно отвлечься, чем-то занять руки, когда нечего делать. Такая вот штука крутится где-то секунд 40, мне кажется. Но это если нормальный спиннер, потому что до этого я брал другой, он вообще секунд 10, наверное, крутился. Мне он не понравился, он был, во-первых, по форме некрасивый такой. Углы у него такие были заостренные, а здесь все такое гладенькое, кругленькое. Приятненько и на вид, и на ощупь. И крутится долго. Там просто на сайте была такая рекламка, типа, крутая штука, берите. Там я посмотрел, вроде оно все было так красиво. А как приехала, не то, что было на картинке, но деваться было некуда. Потом заказал нормальный, ну вот этот. Такая вот штука. Ну вот и все. Пока.